Здравствуйте. Здравствуйте. С сегодняшнего дня всероссийская перепись населения. Я ваш переписчик. Пожалуйста. Сорокина Вера Алексеевна. Разрешите войти? Пожалуйста. Вера Сорокина – одна из 400 переписчиков, которым в течение 2 недель предстоит опросить население нашего города. Ее работа началась сегодня с 8 утра и продлится до 8 вечера. Таков регламент по закону. Каждому жителю будет предложено заполнить личную анкету, своего рода краткий рассказ о себе. Всего 26 вопросов. В этот раз параграф в анкете на 7 пунктов больше, чем при прошлой переписи населения. Это позволит намного точнее составить карту населения России. Первый лист – основной. Вопросы касаются лично гражданина, его пола, возраста, образования. Вы в домохозяйстве вместе с супругой. Да. Вы хотите записаться первым? Пожалуйста. Все равно. Ваша фамилия, имя, отчество? На втором листе вопросы, касающиеся жилища, а третий лист с вопросами для гостей. Все это поможет создать образ современного жителя нашего города. Вся информация о гражданине является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению, за которую каждый переписчик несет персональную ответственность. Все полученные сведения будут использоваться только для статистических исследований. Я считаю, что это дело государственной важности, поэтому надо рассказать всем переписчикам все свои необходимые сведения, потому что это нам же потом все и пойдет на пользу. Государство будет знать наши ресурсы и все остальное. Считаю, что не надо бояться и давать сведения о себе полностью, не стесняться. Узнать переписчиков можно по их обязательным атрибутам: специальному чемоданчику, в котором хранятся документы, шарфику с надписью «Всероссийская перепись населения», и у каждого переписчика в обязательном порядке должно быть удостоверение личности, которое он должен предъявлять вместе с паспортом. Результаты переписи лягут в основу дальнейшей демографической и социальной политики, поэтому для статистики важен каждый ответ. Если у кого нет возможности поучаствовать в опросе дома, то в любое удобное время можно прийти на один из переписных пунктов или ответить на вопросы по телефону.